тебе. Ты мне тут хуйню какую-то пишешь, блядь, ты меня еще обзывать будешь? И ты рот лучше пополоскай свой, воняешь сюда. Мне 30, ты малолетка ёбана. Козел старый. Иди, говорю, даже не своей. Что тут сидишь, мне вот это вот все выписываешь? Не зли меня, пожалуйста. Да? А хули ж ты меня малолеткой тогда обозвал, если я выгляжу на 45? Хули ты меня малолеткой-то обзываешь? Спасибо, Артурчик. Куда ж я денусь? Я их нахуй с той могилы достану. В снах буду в кошмарных являться, чтобы вмерла от страху. Сумасшествие. А потом мы гуляли с мужем и собакой, и на перекрестке, получается, дед не посмотрел в левую сторону, вправо посмотрел, влево нет. И у него второстепенное. Выехал человек, ТТП. Говорю мужу, говорю, уверенно, уверенно говорю, что там, сука, сидит дед. Мы подходим, там, сука, сидит дед, за рулем, падла ты старая, блядь. Сколько таких ситуаций плохих в городе у нас из-за старых людей. Это кошмар. Это реально кошмар. Нажал. Прыщу тебя между ног. Мой, да-то твой. Тебя искал, потерял. Приветики. Приветик, приветик. Богдан, привет. Спасибо за сердечко. Спасибо большое. Дякую, дякую, дякую. Там прекрасно, если бы тут старый упыри мне гадости не писали, было бы вообще прекрасно. Ух ты, класс, спасибо большое, я же подворотки. Спасибо. Так все прекрасно. А ты что? Спасибо большое. Ой, моя любимая число семерочка. Класс. Чмоник. Да. Почему старые люди такие дурные? Мозгов вообще нет у них. Кто им дал право обзывать людей? Ставить себя какими-то королями. Точно такие же люди, только вы старше. Надо... Такие глупые, до ужаса. Ух ты, спасибо большое. Вай. Спасибо. А чё, я не знала, что столько новых подарков. Тюленька и кит. Кит Сэм. Тюленька и кит. Тюленька и кит. Вы це чули? Вы це бачили? Тюленька и кит. Жесть. Жестко, конечно. Тюленька и кит. Нихуя себе тюленька, блядь, и кит. Так, я хочу уже как-то хочу.
Не хочу. Эх. Что поставить? Я не знаю, что поставить. Что-нибудь кинуть. Ну, что, лоблик. Давно ли я? 26 минут всего лишь, ну все. Я здесь. Потому что меня обозвали. Мое бизнес-строение. Мне обидно. Меня ни за что обозвали. Мне писали гадости, потом меня начали обзывать. Да. Ой. А есть тут олень какой-то. Сидел. Обзывал меня. Обидно просто. Да все. Что люди такие злые, ужасные. Все противно. Об этом думать. Идешь? Дай мне. Пошли. Дай мне. Сейчас припишу. Оп, бежите. Заходите. Вообще. Так что да. Ох! Позже потихоньки, мать их ёб.